Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный вязаный наборчик, который состоит из шапочки и снуда. Вязала я жемчужной вязкой, оформляла шапочку резиночкой 1 на 1. Также прикрепила на макушке помпончик. Можно этого не делать. Как вы видите, шапочка немножечко с отворотиком назад, можно также ее сделать классическим вариантом, либо наоборот сделать с отворотиком, при этом вы вяжете резиночку пошире и делаете переход петелек в шахматном порядке. Благодаря этому у вас получится красивый, замечательный изгиб. И на данный набор, который сейчас вы видите на мне, у меня ушло всего где-то 2 моточка, то есть порядка 200 грамм пряжи, и в итоге получилось очень даже симпатично. Вот, все ссылочки на, как я вязала шапочку и снудик, я оставлю в описании ниже под этим видео, смотрите. Не забудьте лайкнуть, спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петель, пока-пока!